Где-то не начинать! Энджи, привет! Здравствуй, Кристи! Что ты делаешь? Я готовлю мужу еду. Вау! А что, еду разве надо готовить? А я все время ее ела в ресторане так сырую. О, Боже! Ты знаешь, я вычитала рецепт приготовления яичниц. О! Да. Сначала нужно взять масло в сковородку. Да? Вот так. Потом нужно взять яйца. Вот. Раз, два. Ну и три, да? Слушай, а масла немного? Да, ты права. Вот так хорошо? Так нормально, да. Так нормально. Угу. Все, теперь яйца надо разбить. Вот, раз, о, два, три. Разбились, да? Разбились, да. Угу. Теперь нужна соль. Соль. А ты не знаешь, где у меня соль? Ну, в холодильнике, как и у меня. Да. Ой, у тебя не нарезанный хлеб. До чего ты докатилась? Скоро у тебя будет ненарезанная корова, да? Ты что, Крис, корова в холодильник не поместится. Скажи, а вот это не соль? Похоже, соль. Да, давай посолим. Давай. Слушай, ну как-то не айс. Да, как-то не очень красиво, а еда... Должна быть не только вкусной, но и красивой. Я несу косметику. Подожди, подожди. Ну как? Ну тушь и помада здесь не помогут. Подожди, что тут написано? Покрошите немного зелени. Вот. Где моя нычка? Вот она. Так. Крис, пожалуйста, порежь. Угу. Слушай, а ты уверена, что это съедобно? Я не знаю, но зато мне кажется, это очень красиво. Очень красиво. Mm-hmm. Слушай, мне кажется, это надо поставить на плиту. Хорошая мысль. Давай попробуем. Давай, аккуратно. Давай. Mm-hmm. А как это включать? Ну, давай потыкаем. Давай. Фу, почему в доме горелым-то пахнет? Фу! Вы что, в солярии перележали, что ли, а? Фу, Зина. А насвинячили-то! Зина, ты нам больше не нужна. Мы научились готовить. Да. Так что, Зинуля, садись на свою метлу и вылетай отсюда. Бери свой веник и выметайся. Да. Чего? Собирай чемодан. Ты уволена. Бай-бай, Зинуля. И посмотри, какая у нас приготовилась вкусная и красивая яичница. Завидуй. Приготовилась? Вот теперь приготовилась.